Привет, я Кицун. На экране Tales of the Black Forest. Сказание о темном лесе. Мы продолжаем проходить. Вы продолжаете со мной проходить. В прошлой серии мы добрались до города. И здесь заброшенные деревни. И тут у нас такая вот несуразица вышла. Нам нужно узнать дату закрытия школы. Год. Тут ходит призрак, который нас убивает. Оба-на. Он телепортируется. Вот, нам нужно... Ох ты ж, ёб твою налево. Ребенок маленький ползет, гляди-ка. А! Ты смотри, пока я выбираю. Оно там это. Так, я понял, нужно выйти за... Это беспокойный дух исчез. Значит, мы пока что в безопасности. Давай поищем зацепки, которые пропустили. Ага. Все. Так, объявление закрытия школы. Вот. 95-12, то есть декабрь 95 года. Блин, видал, что делает? Нажимаю вверх, должна быть последняя строка, а ни хренашечки. Все. Я что-то думал, что меня не выпускают. Декабрь 95-го. Я помню. Значит, начинаем. Введите верный код. Год. А, год всего лишь нужно. Я думал, прям... Нет ответа. Мы что-то пропустили? В смысле? А, давай попробуем 95-12. Тут же так. Сначала год, потом месяц. Я не понял. 95-й же год. Или нужно было получше прочитать? Телефон заработал. Ух ты, ё. Громко-то как? Не, музыка тут, конечно же, волшебная. Лисья свадьба. Кажется, получилось. Но разве это слепой дождь? Он отличается от того, каким я его представляла. Телефон не работает. Боже, надо найти другой электроприбор для Нэнши. Ну это понятно. Всегда так фигня, что с тем граммофоном получилось, что нужно было что-то другое искать. Что ты сказал? Ссора, да? Лисья свадьба. Так это люди переодетые. Лидер лис. Ты говоришь, что... Одзусама пропала? Одзусама. Это юная леди. Красный лис. Я отвернулся всего на минуту. Она пропала. Не могу поверить, она ускользнула прямо из-под твоего носа. О, кто ж знал, что польет, как из ведра. Одзусама невеста? Как может состояться свадьба без невесты? Тебя замуж выдать, что ли? Блин, как же вот этот вот дождь называется? Когда, знаете, радуга и такой мелкий этот дождь, слепой... Ну, по-моему, так и у нас тоже так и называется, слепой дождик. Ну, в смысле, в России. Голубая лиса. Сэр, я еще молода для замужества. Заткнись! Вы все обязаны найти Одзусаму. Но идет сильный дождь, мы даже не можем учуять запах Одзусамы. Тогда держите ухо востро, тщательно обыщите каждый уголок. Черт, сейчас нас по ходу дела схватят и замуж выдадут за кого-нибудь. Кажется, мы услышали что-то важное.
Да. Если несчастье постигнут людей, которые попали на лисью свадьбу, тогда что будет с теми, кто встретит сбежавшую с этой свадьбы лису? Нас точно прикончат. Яйцо говорящее. Что такое? Они идут. Быстрее прячься в это здание. Это было близко. Если она заметит, то они украдут Кихару и сделают из нее невесту. Но все в порядке, пока мы набираем воду слепого дождя. А это точно слепой дождь? Что? Тут олень сказал, что слепой дождь — свадебный подарок Эйко-сама клану Томасаки. Он очень ценный. Дождь снаружи скорее напоминает простой ливень, взявшийся из ниоткуда. Кроме того, лис сказал, что дождь стал неожиданностью. Действительно странно. Давай пойдем, подождем, пока они не найдут невесту. Если свадьба пройдет успешно, мы увидим настоящий слепой дождь. Думаю, это единственное, что мы можем. Точно, я первый раз слышу, что лиса пропускала свадьбу. О, да, это войдет в мою книгу. Пошаримся. Так, закуски со слоем пыли. На полках лежат закуски со слоем пыли на них. Что за закуски? Это какой-то еда, да? Ой. Из угла помещения доносится жуткий чавкающий звук. Лиса там жрет, наверное, что-то, да? Там сидит какая-то женщина. У нее лицо все в крови. Она что-то ест. Ест, кажется, арбуз. Эй, вообще-то я девушка. Ты такая грубая и выглядишь как Кагами. Томми, рисовый пирог. Я голубь, это ты грубая. Извини, а ты кто? Очевидно же, простой прохожий. В смысле? Ай, блин. Я смотрел аниме «Волчицы и пряности», и там вот лиса, этот дух, она тоже там... Это немного другая, наверное, какая-то лиса. Ей молились, какие-то жертвы там приносили, и она урожай там хорошее дело, все дела такие. И превращалась раз там в 1000 лет, или когда, или на праздник какой-то, она превращалась в человека, в общем-то, и бегала там в этом обличии. О, тут такая тема, наверное, да? Тогда объясни эти уши на твоей голове и широмоку, белое кимоно, которое носит невеста на свадьбе. Вот же, забыла спрятать их. Но я тут что-то не вижу широмоку на ней. Ты невеста, которая сбежала с собственной свадьбы? Ты здесь, чтобы вернуть меня обратно? Не заблуждайся из-за моей внешности. У меня очень острые когти. Я здесь не за тем, чтобы вернуть тебя обратно. Тогда, может, потому что я тайком съела твой арбуз? И не поэтому. Владелец арбузных грядок... Неважно, я не причиню тебе вреда. Ладно, ты пахнешь как человек. Ты же человек, так? Да. Если тебе удалось сюда пробраться, значит, ты не простой человек. Итак, позволь представиться. Я Томасаки Шизу. Шиза. Я Кихара Кашин. Томасаки-сан, у меня есть вопрос. Давай, задавай. Короче, за слепой дождь она сейчас втирает ей, да? Поняла. Основное. Я помогу тебе достать воду слепого дождя. Но перед этим... Кихара, я надеюсь, ты возьмешь меня с собой на станцию Шиканаки. Другими словами, ты просишь помочь тебе сбежать с собственной свадьбы? Именно так, Кихара. Я совсем не знаю своего жениха. Чтобы укрепить свое влияние на этой территории, мой клан Томасаки попросил меня выйти замуж за старого Йокая, которого я совсем не знаю.
У меня нет никаких чувств к этому старику, и у него уже есть десяток других жен. Мне не хочется замуж, моя семья беспокоится, что я могу сбежать, поэтому они меня заперли в четырех стенах. Сбежать сюда было непросто из-за дождя, но теперь у меня наряд, вряд ли вообще что-то получится уйти как-то. Если поможешь мне сбежать отсюда, обещаю, я дам тебе, что ты просишь, Кихара. Что мне делать? Они могут учуять мой запах, но если я стану размера с твоего голубка, ты сможешь спрятать меня в сумку. Твой запах должен перебить мой. Воу, там же так много лис, которые охраняют это место. Не переживай, если они поймают меня, я приму свою судьбу. И буду молить о твоей пощаде, Кихара. В конце концов, я Дзусама из клана Тамасаки. Они не навредят тебе. Мутненько все как-то. Ладно, я помогу тебе. Чё? Ты слишком любезна, Кихара. Как ты можешь просто поверить в рассказни этой лиси-похитительницы арбузов? Так, Тамасаки-сан, похоже на нас. Она тоже хочет убраться отсюда подальше, не говоря уже о том, что нам сейчас тоже нелегко сбежать из этого места. Ты просто восхитительна, Кихара-сан. Голубка, тебе стоит поучиться у своей хозяйки. Но мне любопытно узнать, зачем вам нужна вода слепого дождя? Чтобы помочь Эйко-сама. Помочь Эйко-сама? Не переживай, я сделаю все возможное, чтобы обезопасить тебя. Кихара-сан, тогда будешь готова, скажи мне. Ладно. Фух, ничего себе поворот. Сломанная радива. Так, здесь что у нас? Заплесневший блокнот. Кажется, в нем записи о продаже товаров. Последняя запись сделана 14 октября 1995 года. Муцуяму нашли мертвым 12-го. Скорее всего, этот дневник принадлежал жене Муцуямы. А где же она? С чего так решила-то? Меня беспокоят слова Пугала. Неужели Муцуяму действительно повесили жители деревни? В некоторых сектах подобные повешения не редкость. Кроме того, когда Муцуяму вешали, Пугало слышала, как жители кричали: «Ублюдок, почему ты нас предал?» Судя по клочку бумаги, найденному под подушкой на железнодорожной станции, Муцуяма боялся рассказать людям, что он член культа Синритингоку. Получается, Муцуяма изначально исповедовал верование деревни Шиканаки. И другие последователи повесили его за то, что он присоединился к Синритингоку и принял участие в газовой атаке? Наверное. Такое возможно. Верование деревни Шиканаки. Может, этот Эйко-сама... Кихара, не придумывай этому большое значение. Придавай. Может, мы узнаем побольше об этой деревне в Курамори? Верно. А, я хотел посмотреть на полках. А, ну это понятно, вот плакат, рекламирующий косметику. Орифлейм, какой-то там вулкан нарисован. Вот это что? Груды продуктов, они открыты, покрыты пылью, ключ покрыты паутиной. Ага, ключ от магазина закусок получен. А, слегка светящееся перо. Внутри билет на поезд и домашняя работа. Ключ от магазина. Открыть магазин закусок этим ключом можно, вот как. Ну, стул. Давай. Ты готова, Кихара? Да. А, отлично, тогда я использую свою магию. Такой звук, как будто... Как она ела арбуз. Вы оба охраняйте это место. Давай быстрее. Девчуля. Лиса А. Тамасаки сама знает об этом? Лиса Б.
Конечно, Томасаки сама знает, что Адзу сама сбежал со свадьбы. И он в ярости. Если мы не найдем ее, нам конец. Лиса, а? Они сказали, что здесь пахнет людьми. Возможно ли, что люди похитили Томасаки-сан? Черт возьми, нет. Я слышал, Томасаки сама уже отдал приказ. Тот, кто найдет людей, стоящих за похищением, обязан убить их. Никаких исключений. Даже если Адзу сама будет умолять не делать этого? Если это правда необходимо. Ты не в курсе? Эти человеческие книги развратили Адзу саму. Вот почему Томасаки сама больше всего ненавидит людей. Я понял. Слушай, мы же не обыскивали это здание. Это такие шлепки по мокрой траве. Эй, вы двое, вы чем занимаетесь тут? Босс, мы еще не обыскали это здание. Идиоты, внутри воняет человеческими трупами. Зачем Томасаки стал бы там прятаться? Стало. А ну бегом обыскивать другие места. Трупами? Под арбузом же там. Извини, я все испортила. Томасаки, про какие книги они говорили? Я с самого детства любила человеческие вещи, особенно книги. Однако наш клан терпеть не может людей. Из-за этого мой отец часто ругал меня, а другие лисы издевались. В их глазах я чудачка среди лис. Однако мне плевать, что они думают обо мне. Я хочу попасть в мир людей и узнать их получше. Эта свадьба была организована в интересах моей семьи, и я стала своего рода жертвой. Поэтому я решила свалить отсюда и направиться в мир людей. Прости, это дело касается только меня. Я не хотела тебя втягивать, Кихара. Мне нужно прекратить прятаться и принять свою судьбу. Томасаки-сан, мир людей не такой прекрасный, каким ты его представляешь. Знаю, я слишком наивна. Но если не увидишь тот мир своими собственными глазами, то будешь жалеть об этом свою жизнь. Всю свою жизнь. Кихара. Мой любимый писатель однажды сочинил стихотворение. Я иду сквозь колючие кусты, все тело покрывает раны глубокие, и предвестник смерти над головой моей кружит. Но я все равно хочу идти вперед и пересечь горы высокие. Ведь оттуда фантастически открывается вид. Это стихотворение Кабаяши Сэна. Мне тоже оно нравится. Томасаки сказал. А, она продолжила. Продолжила. Если ты так решила, не отступай. Но, Кихара, не в волшебном мире. Эти парни действительно опасны. Может, есть способ избежать встречи с ними? Не уверена, что это сработает, однако стоит попробовать. Томасаки-сан, можешь дать свои часы? Конечно. Что за часы? Откуда у нее часы? Сейчас 17:20. Ладно. Все готово. Для начала мне нужно надеть часы. Проще говоря, я могу попасть в определенный промежуток времени, если дотронуться до электроприбора. Кроме времени, изменится еще и место. Теперь, когда я надела эти часы, я смогу вернуться обратно в 17:20, если нам будет угрожать опасность. То есть человек, наносящий часы, вернется в эту комнату? Ты гений, Кихара! Ничего не понял. Вот-вот. Ничего не поняла, но раз ты решила помочь мне, я сделаю все возможное, чтобы быть полезной. Ладно, идем. Так, нам нужно как-то пробраться куда-то. Куда нам нужно вообще? А тут хорошая охрана. Кихара-сан, нам нужно быть осторожными, пока не доберемся до станции Шиканаки. А, наверху станция. Дождь сыграет нам на руку, мы проскользнем мимо этих лис, если будем осторожны. Пугало. Эй, милая Камусуме, слышишь?
Стой, я прекрасно вижу, что ты потерялась. Ты сейчас спросишь, ищу ли я кого-то или что-то? Чё? Здесь под арбузом закопаны человеческие останки. Эх, только поголовые пугалы. В этот раз ты не напугаешь нас. Чё? Лисы видят все в пределах полукруга. Старайтесь избегать этот полукруг перед ними. Полукруг. А это какой арбуз неспелый? Что-то ничего про него, не это. Оно пугало. Комусуме, ты можешь читать чужие мысли? А мосты все равно сломанные. Я думал, мы сможем как-то... Ой, бляха-муха. Ну, мы вот так вот обманем их. А это? Это Лисий лес. Свадебная компания покинет Лисий лес, пересечет магический барьер и достигнет деревни Шиканаки. Мост, который мы только что миновали, это портал в барьере. Хотя я могла бы открыть портал с помощью своей магии и попасть в деревню Шиканаки. Я потратила сейчас слишком много маны, и мне нужно чутко отдохнуть. Тем не менее, здесь густой туман, и в нем нас будет тяжелее заметить. Лисы в лисьем лесу видят не так хорошо, однако чаще перемещаются. Когда настанет время действовать, воспользуйся моментом. Ого! Дальше стоит хорошая охрана, и идти туда напрямую слишком опасно. Давай поищем другой способ пройти. Давай. Что это? Почему здесь радио? Наверное, другие лисы украли. Нет, стащили у жителей деревни. Кстати, некоторые лисы тоже любят человеческие вещи. Но мой отец их ненавидит, поэтому они прячут вещи в подобных местах. Кажется, радио все еще работает. Радиостанция Курамори. Повтор. Это ночные новости Курамори-чон. В настоящее время организатор газовой атаки в театре до сих пор не установлен. Один член труппы театра был найден мертвым в себе дома. Он предположительно принял яд. Полиция подозревает, что... Перо ярко засветилось. О! А чё это? Сейчас уже ночь. По радио, вероятно, передают вечерние новости, и Ненша вернула нас в ту ночь. Это так удобно. Точно, будь аккуратна с огненными лисами, они опасны. Поняла. Сначала я установлю здесь точку возврата для Ненши. Еще не понял. Точка возврата Лисий лес, вход. Для Ненши установлена. Если вам ничего не видно, нажмите А, чтобы использовать фонарик. Ну, вообще-то мне все видно. Так-то. Я просто не должен на них натыкаться, да? Слушай, а если назад? Пути назад нет. Короче, вот эту девчонку... Молодую лису хотят отдать замуж какому-то старому демону. Блин. Нужно было посмотреть, что будет. А, вот так вот, да? Все, я понял. Просто пробегаем и все. У которого там, говорит, десяток уже таких жен. Ну, нормально он там устроился. На каменном столе полно фруктов. Блин, я все путаю. Я просто на X поставил. Так. И что мне дальше делать? Ёп, керный ты кандибовер. Вот так вот, да? Блин, да сколько ж у вас тут, блин? Блендеров. Топор, смотри-ка. Ржавый топор воткнут в пень. И давайте вытащим его, нет?
Сохранимся. Мне интересно, сколько здесь концовок. Вот почему-то странно она как-то работает. Кажется, пока мы в безопасности. На всякий случай установлю здесь точку возврата для Нэнши. Точка возврата Лиси. Лес-центр. Ну, то есть, если что-то с нами случится, то мы сюда возвращаемся. Понятно. Стопэ. А я смогу? Не. А здесь нет уже никого. Мы одну ачивку получили. Да, здесь есть достижения и, кстати, есть карточки. У меня стимовская версия, если что. Тут нужно... На вывеске написано странные... Написаны странные иероглифы. Эти иероглифы не похожи на японские. Таких я раньше никогда не видела. Наш клан их использует. Что здесь написано? Ну, что-то вроде «глупые люди, проваливайте с нашей территории». Им нужно было написать это на понятном людям языке. Ну, кстати, да, логично. Для людей же пишут, а чё он ничего не это... А, он спит. Крепко заснул. Стоя заснул. Доски скрипят. Сейчас проснется. Дальше пути нет, Тамасаки-сан. Ты восстановила силы? Только четверть. Как-никак я голодала долгое время. Я помню, что днем здесь всегда останавливалась лебединая лодка. Мы можем добраться до центра озера на ней. Лиса не умеет плавать, поэтому нас не догонят. Кажется, мы сможем использовать Нэншу на том фонаре. Но Лиса, охраняющая это место днем, не будет спать, так что слишком рискованно. Просто возвращайся сюда днем, ничего не сделав. Вот бы мы могли как-нибудь поломать мост. Шорткат, можно сказать. Получен топор. Можно почитать про него. Ржавый топор. А зачем нам ключ от магазина закусок? Мы же в него зашли. Можно было как-то закрыться в нем или что? А, может быть, днем нам он понадобится. Посмотрим, может ли этот топор разломать мост. Да, конечно, сможет. Топор сломался. Так он перепрыгнуть может, Лис. Охранник сейчас не может подойти. Так он... Блин, скрипим тут мостом, а рубим. Хорошо, он спит. Так мы же в прошлое вернулись, не? Мост-то целый, типа, как бы был. Окажи мне услугу и скажи моим родителям, что я никогда не вернусь. Все, погнали на уточке. Перо ярко засияло. А чё у нее вот это вот... А, это из кармана, как бы, да, юбка у нее шатает. Посередине. Клево. Не, ну да, тут как бы норма не нарисовали. Тамасаки Шизу. Эй, Кфама, эй, Кфама, я хочу отправиться в мир, где живут человеки. Почему ты хочешь туда отправиться? Человеки очень интересные. У них есть это. Я не помню, не ва... название, название, но все... равно они очень-очень интересные. Если ты хочешь в их мир, для начала тебе необходимо научиться коммуницировать с ними.
что такое коммунифицировать. Сейчас ты шепелявишь. Так трудно вписаться в человеческий мир. Но я постараюсь перестать. Кроме изучения их языка, ты должна изучить множество вещей, вроде правил, поведения и привычек. Эй, Ксама, скажите, пожалуйста, как мне всему научиться? Люди любят записывать свои идеи и делиться ими с другими. Они пишут на предметах, которые называются книги. Если хочешь, могу принести для тебя пару человеческих книг. А это кто? Не человек ли? Правда? Спасибо! Эй, Ксама! Ксама, я немного выучила человеческий язык. Можно ли теперь отправиться в мир людей? Скажи мне, почему ты хочешь туда отправиться? Я узнала о свободе из их книг и хочу понять, что это. Разве ты сейчас не свободна? Ну, мой отец никогда не позволял мне изучать мир людей, а мать говорит, что я должна выйти замуж за старого якая, когда вырасту. И другие лисы называют меня странно и издеваются надо мной за то, что я люблю человеческие вещи. Поэтому, Ксама, я хочу сбежать отсюда и найти эту свободу. Мы сейчас плывем в лодке. Ты чувствуешь себя беззаботной? Да. Сейчас ты беззаботная и плывешь на лодке по озеру. А также можешь отправиться в любое место, куда захочешь. Но что, если лодка исчезнет? Лодка исчезла. При обычных обстоятельствах ты бы упала в воду, и глубина поглотила бы тебя. Существуют правила выживания в человеческом обществе, подобно лисьям в этих краях. Чтобы выживать в мире людей, необходимы деньги, умения и силы. Тебе нужно уметь делать то, о чем ты даже не подозреваешь. И даже узнать это все, в мире людей вовсе нелегко жить. Насколько я знаю, человеческий мир переживает ужасную катастрофу, называемую экономический кризис. Миллионы людей голодают и не имеют крыши над головой. Некоторые готовы наложить на себя руки. Несмотря на все это, ты хочешь отправиться в мир людей и найти свободу? Я... Милая... Ты можешь прийти ко мне снова, когда будешь готова ответить. Короче, она что-то грузит ее, да, типа. Эй, Ксама, смотрите, я получила лицензию от людей. Благодаря этой лицензии я могу стать учителем. Тогда у меня будет стабильная зарплата, я даже друзей завела. Эй, Ксама, почему вы улыбаетесь? На протяжении десятилетия я пытался вразумить тебя, но ты никогда не отказывалась от идеи сбежать в мир, в котором проживают люди. Почему ты так стремишься к этому? Эй, Ксама, раньше я хотела сбежать отсюда, потому что я была любопытной и непослушной. Узнав мир людей, я поняла, что он не так уж и прекрасен. Мне необходимы деньги для существования, нужно тратить время на ненужные вещи, заставлять себя улыбаться прохожим, а также мириться со множеством глупостей. Я наконец-то поняла, что цена свободы – это отсутствие этой свободы, а цель – отсутствие свободы – быть свободным. И люди действительно находятся между наличием свободы и ее отсутствием на протяжении тысяч лет. Я хочу понять причину, я хочу понять людей. Я наконец-то это осознала, Эйка сама. Мне нравится результат стремления к этой свободе. А сам процесс, процесс управления моей собственной судьбой. Похоже, больше нет нужды направлять тебя. Спасибо вам, Эйка сама. На самом деле я знала, что вы никогда не пытались помешать мне сбежать отсюда.
Благодаря вам я наконец-то знаю, чего действительно желаю. Поскольку ты хочешь быть учителем, преврати то, что узнала в знания, и просвети людей. Хорошо, Айко-сама, я не подведу вас. Айко-сама, я вернусь, чтобы навестить вас, когда буду свободна. Тамасаки, тебе нужно идти вперед и следовать своей собственной судьбе. Нет нужды думать обо мне. Кроме того, я тоже собираюсь в путешествие. Куда вы направитесь, Айко-сама? В далекие края. Но вы вернетесь? Вернусь. По сравнению с моей долгой жизнью, это будет всего лишь недолгой поездкой. Тамасаки-сан! Тамасаки-сан! Ты в порядке? Мы сейчас... Не знаю, что произошло. Я отключилась сразу после активации Нэнши, а когда очнулась, обнаружила нас на этой лебединой лодке. Это сад камней. Сад камней? Сад Айко-сама. Почему мы здесь? Кстати, лодка в чем-то застряла. Она электрическая, поэтому я снова использую Нэншу. Хорошо. Лодка электрическая. Что-то я сомневаюсь. Нормально они. Это станция Шиканаки. Точнее сказать, это крыша станции. Почему мы приземлились здесь? Это все, что тебя интересует, тупица. Прочность этой крыши совсем не внушает доверия. Упс.